миллион два. Если, например, у меня появилось 3-4 миллиона, вот здесь что я уже вообще могу за эти деньги выбрать, например? Вот именно на России. Автодом уже, соответственно, не о принципе говорим сейчас, а автодоме. Ну, новые автодома начинаются от 70 тысяч евро. 70, это 5 миллионов. Это как раз 5 миллионов. Мы рекомендуем в этой нише вены, цельнометаллические. Вены бывают на 2, бывают на 4 спальных места. Кастенваген. Чем они хороши? Они не выделяются из общей толпы машин. Люди часто беспокоятся о безопасности. И Кастенваген, он не заметен. Он выглядит как обычная маршрутка. Вместе с тем, это более скоростной автомобиль. У него нет ограничения по скорости, как у больших автодомов. Вы передвигаетесь как на легковом автомобиле. При всем при том, все те же опции там возможны. Душ, туалет, кухня, спальные места, столовая, все оборудовано. Это новый, да, уже? Да. Да. Подробнее, скажи подробнее, как он приходит на русский рынок, понимаешь, да, идет? Да, да, уже растаможен. Но у нас вот сейчас есть наличие автодом Adria Twin SP. Это автодом, там 2 плюс 1 спальных места. Папа, мама, один ребенок. Это скоростная машина, есть все удобства. Двуспальная кровать на корме. И в столовой группе делается кровать для ребенка. Соответственно, этот автодом, он доступен, он есть в наличии. И в последнее время мы обратили внимание, что Кастенвагены пользуются спросом. Вот так вышло, что вообще сейчас, уже с этого года где-то примерно, пошла такая мода, что автодом лучше поменьше. Потому да? что ну, невозможно просто припарковаться где-то. Да. Он 6 метров в длину, то есть это стандартный автомобиль. На любом пароме, вот часто караванеры путешествуют на паромах в другие страны. На любом пароме вы заплатите минимальную сумму, потому что он ровно там 5,99. А, он получается приковать, почти. Да. Да. Кстати, очень так важно, потому что видно, что дом-то сумма гораздо больше. Это получается, они идут где-то 5 миллионов уже, а вот в 3-4 они не входят здесь, да? Или здесь тоже можно как-то рассрочку распадать, например? Можно, конечно. Можно, да? А в 3-4 вот так стоят только бушные техники. Да, да. Новый начинается от 5 миллионов. Хорошая модель, которую, опять же, сейчас доступна, можно приобрести у нас с нашей площадки в Москве. Это Adria Sunliving A70DK. Это алькованная большая машина на 7 спальных мест, новая. У нее интересная опция, она оснащена дизельной трубой, то есть вам не надо постоянно менять газовые баллоны, особенно это актуально зимой. Вы заправляетесь дизелем, вам все равно заправлять свой двигатель, и также заправляется дизельная печка. Это очень удобно, мы вот оценили. Это большой комфорт в зимнее время. Ну да, у вас очень хороший дизель, потому что у меня по газу было, я, получается, систему менял немножко. А здесь получается так. Это он идет где-то от 5,5 миллионов, да, получается, новый? 80 тысяч евро, ну, около 6. Около 6 даже. Его тоже можно, соответственно, распадывать этот сегмент, да, и в расходе да, можно попробовать, да, да? Да. Уже будет на российских номерах, и спокойно все можно выделять. Новый. Да. Все, отлично, отлично. Но что удивительно, бестселлер в России это автодом Матрикс. Тот, на котором вы тоже путешествуете. Матрикс, почему выбирают наши клиенты? Он выглядит современно. Алькован сейчас не так популярен в Европе, сейчас больше популярен класс полуинтегралов. Вот я тоже заметил, что Алькован вообще мало ездит. Там где-то в Болгарии вот видел, заметил тоже. Но чем хорош Матрикс, он предоставляет 5-6 спальных мест, но не имеет алькова. Электрическая кровать спрятана под крышей. И это достижение инженеров Adria вот последних лет. Мы продаем Матрикс больше всего на российском рынке. Несмотря на то, что он стоит около 100 тысяч евро, это дорогая машина, но всегда идет самая богатая комплектация на Россию, обязательно коробка автомат. Получается все Матрикс автоматы, у меня тоже автомат. Все Матрикс автоматы. Вообще, конечно, это очень круто. Вот, 5-6 спальных мест, как я сказал, очень комфортный душ, туалет, хорошая кухня с большим холодильником, в общем, большая столовая, все, что нужно для долгого проживания в путешествии. Ну, получается, цена у меня такая около 100 тысяч евро, да, на Россию. Да, да, то есть это уже 7 миллионов. Это уже такой уже класс другой, автодом, получается. Это бизнес-класс, люкс-класс.
А следующий класс получается уже лакшери, да? Такой вот уже база Mercedes. Ну вот мы сейчас экспериментируем. Мы завезли первый Hummer. Hummer тоже завезли на базе Mercedes Sprinter, только автомат. Вот, причем там честных 4 спальных места. Ну, 4 плюс 1, можно еще положить ребенка. Это полный интеграл. Самый дорогой кузов в Европе – это полный интеграл, когда у вас целиком автодом сделан на заводе, который производит автодома. Вот если Матрикс и класс полуинтеграл, кабина остается фиатовская. Кабина итальянская, а уже кузов делает Адрия. А полный интеграл целиком. Там остается только шасси Мерседеса, а целиком вся будка, все сделано на заводе Hummer в Германии. Поэтому, ребят, если вы хотите взять автодом в рассрочку, пишите мне в личку.